добрый день. Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствуют грибоведы. Подписывайтесь на наш канал, и вы узнаете много нового и интересного об огромном царстве грибов. А сегодня мы рассказываем о еще одном грибе наших лесов и наших болот. Это? Это млечник серо-розовый. Он растет либо на окраинных болотах, либо на самом болоте. Вот, смотрите, какой он. Бывает, они большие вырастают, вон какие. Да. Yeah. Угу. Ну, это семьи крупные у них. Да, ну, он тут уж плесень какая-то завелась. Mm. Нынче очень сыро, потому что. Да. Yeah. Семьи большие бывают, очень много грибов. Но берут и далеко не все. И я считаю, что правильно делают. И мы тоже, в общем-то, не берем. Почему? Объясняю. У них очень противный запах. Угу. Его называют еще запахом кумарина. Да. О. Ну-ка, ну-ка. Ну, не знаю, вот. Некоторые их вымачивают, засаливают с другими грибами. Ну, у нас хватает и других грибов. Ага, хорошо. Чтобы собирать млечник серо-розовый. Как его отличительный вот признак? Я буду о нем рассказывать. Обычно он сухой любую погоду. Вот. Смотрите, шляпка. Как вот замшевая, да? Да, вот, как будто бы ворсистая, велюровая. А, велюр, да. Да, да, да. Ну, старости так вот. Он вообще растрескивается. Растрескивается даже. Вначале она выпуклая, ну, в самом начале. Но очень скоро становится воронковидной. Вогнутой воронковидной. Вот она вот немножко молодой, выпукла, да. А потом она все больше превращается в воронку. Цвета такого. Почему говорят серо-розовый? Охристого, коричневатого. Иногда вот, розоватого. Да, вот розоватый. Ну вот, пожалуйста, да? Да, вот смотри. Этот в молодости так розоватый. Вот этот вот розоватый, да. Ну, сейчас очень сыро, так они, может, еще и от этого меняют цвет. Так. Вот. Концентрических колец почти нет. Ну, редко на каком грибе можно увидеть какие-то там зачатки. Вот может быть, да? Зачатки. Вот тут вот чуть-чуть. Угу, ага. Так. Вот, шляпка вначале она довольно круглая, но уже в молодом возрасте края начинают растрескиваться. И потом они становятся трещиноватыми и даже волнистыми. Ну, вот как и здесь. Вот разорванными. Ага. Вот как здесь, да. Вот. Вот вроде молодой. Да, ну уже. И вот, а кстати, вот смотри, еще такой, чтоб и в молодом возрасте, может быть, пимпочки. Да, она хотя и воронковидная, вначале вот такая вот с загнутыми краями. Вот, кстати, здесь видны какие-то концентрические кольца чуть-чуть немножечко. Буквально. Вот. Но в середине часто бывает вот такой маленький бугорок, скорее даже заостренная пимпочка. И у некоторых грибов она есть, а у некоторых нет. Вначале шляпка просто шершавая, гладкая, с более темной серединкой и светлыми краями. Постепенно она мало того, что растрескивается, она покрывается какими-то чешуйками. Угу. И вот здесь мы видим эти чешуйки, но тоже в середине вдавленная, уже нет этой пимпочки, так. По краям остается чуть-чуть загнутой, и шершавость усиливается и трескается. Да, ну, размер. О, размер бывает большой, ну, это сколько там, сантиметров, наверное, 12 в диаметре, да. Ну, молодые, естественно, меньше. Хорошо, так, пластинки. Так, ну, теперь на пластинки смотрим. Вот они довольно частые. И мы видим, что пластинки такого цвета, ну, я бы назвала его палевый. Да?
Или как его назвать? Ну, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Желтовато-коричневатые, да. Но далеко не белые. Не-не-не. Они вот всегда такие. Так. Так, ну-ка, они немножечко нисходящие по ножке. Так. И с дополнительными пластиночками. Причем эти дополнительные пластиночки могут начинаться и в середине, и особенно по краю. Вот по краю так тут вообще густо очень. Да. Посмотри. Угу. Да-да-да. Ну, пластинки довольно частые. Хорошо. И ровненькие. Так, про ножку. Про ножку. Ножка почти такого же цвета, как и пластинки. Потемнее немного. Как здесь вот, допустим, вот. Ножка обычно не полая внутри. Она, хотя и цилиндрическая, вот иногда прямая, как видите, а иногда немножко загибает. Вот отрежь вот эту. А вот отрежу. Давай. Ну, она в начале, вот в молодом возрасте, я сейчас отрежу. О, она практически не полая. О. Ну, потом все равно полость, по-моему, появляется. Ну, вот здесь еще не появилась полость. Ага, то есть зависит в зависимости от возраста, да? Ну, они чаще всего не полые все-таки. Ну, бывает, конечно, и полость некоторая вот. Ну, вот, да. Вот, уже. Вот, угу. Начинается. Ну, можно и такие встретить, и такие. Хорошо, это. Но самое главное, обратите внимание, ножка вот по краям. Ой, тут уж плесень. Okay. Да, смотри. Все равно не полая. Да. Хорошо. Вот и заплесневая. Ага. Обратите внимание, что ножка по краям более темная, а в серединке более светлая. И почти не полая. Ну, мы уже сказали, что лишь только в некоторых случаях бывает. Хорошо. Но тоже обратите внимание, хоть и называется млечник, млечного сока почти нет. Он бывает, конечно, но его немного. И он такой прозрачно-белый. Поэтому его даже и увидеть-то трудно. Да, и бывает такое, что к нам вот недавно присылали фотографии. Я говорю, так млечник. Нет, млечного сока в нем нет. Ну, да, и вот его не видно практически. Он такой не обильный, очень скудный и полупрозрачный. Вот смотрите, мы сейчас вот нарушим. Вот. Допустим, у черного груздя уже бы там все. Да. А здесь, буквально чуточку, самую малость. Ну вот если нарушить мякоть, то она почти не меняет цвет. Угу. А у некоторых грибов она очень сильно изменяется. И у млечников тоже. А здесь почти та же самая, да, остается. Вот, так вот сейчас можно посмотреть. Вот. Чуть-чуть буквально вот этот. Вот. Угу. Влага, как бы в виде влаги. Ну, так вот такой очень необильный млечный сок, поэтому некоторые сомневаются, что это млечник. Угу. Но на самом деле он относится к разряду млечников. Но я уже сказала, что пахнет довольно противно. Угу. Мы это называем запахом железа. Да, это ржавого железа. Ржавчины. Да. Ну, если учесть, что он растет на тех болотах, на которых добывали болотную руду, вполне возможно, что он так и запахнет. Это что у тебя здесь? Ой, нынче как хорошо. Бенаболь-то уродилась. Голубика. Ага. Вон, что творится. Так, хорошо. Угу. Так, что можно теперь с этим грибом делать? Его вообще-то солят. Он съедобный. Иногда. Иногда. Но вымачивают дня 4 для того, чтобы вот и запах этот ушел. Или отваривают минут 20-25, а потом солят. Но в солении этот запах, в общем-то, остается. И не каждый его любит. Кому-то он кажется приятным, нам он кажется противным. Ага, то есть все зависит от личных предпочтений. Так, не ядовитый. Не ядовитый. Да. Но невкусный, сразу говорю. Невкусный – это раз. И еще маленький моментик, что во многих справочниках пишут, что несъедобный, лучше его не брать.
Так что... Бывает и так. Да. Пишут, что лучше его не брать. Но я так вообще предпочитаю его не брать. Угу. Хотя его бывает очень много и очень большущими семьями. Вот. С чем можно спутать? Вот буквально рядом росла вот еще одна сухарка. Вот это называют сухарка болотная в наших краях, а это просто сухарка. Вот. Ну и вообще-то горькушка. Ну, горькушка, да. Горький. Да, Lactarius rufus. Да? А это Lactarius heolus. Как, ну да. Ну, видно, да, отличие? Вот, вот по она цвету. И цветом другая. Раз. Смотрите. У нее больше млечного сока. Сразу, моментально. Сразу он выступает. Она в каких-то красноватых тонах. Если это серых, розовых, охристых, то такая горькушка. Ну вот, допустим. Да, вот. Сухарка. Да, вот. Обычная сухарка и сухарка болотная. Вот они рядышком. Вот если рядом их поставить, смотрите, сразу видно различие. Вот. И если понюхать, то это имеет приятный грибной запах, угу. В отличие от болотной сухарки, которая... А здесь прям сразу видно, что... И действительно, вот спутать, ну, опытному грибнику спутать практически невозможно. Но вот новички иной раз путают. И в народе, да, что вот как бы болотная сухарка, вот это вот, вот. А это просто а сухарка. А это просто сухарка. Да, это Lactarius heolus, а это Lactarius rufus. Вот. Это млечник серо-розовый, а это млечник горькушка. 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 Угу. Так что вот этот гриб можно собирать в больших количествах, кто уже растет. Угу. Ну, сейчас почему-то тут, ну, может, еще и третьим. Но... Он за соли гораздо приятнее, гораздо вкуснее. Его вообще, здесь собирают соли, классно, он да, просто да. Мельче, чем да. Другие млечники. Но нормально. Собирает соли, то он за солью приобретает вот, желтоватый вот цвет. С чем можно спутать? Вот. Ну, здесь вот с другой стороны все видно. Вот, смотрите, сразу сок, вот сок выступил на у горькушечки. Вот. А у этого так и не, практически не выступил. Он выступил, но мы его не видим. Ну, он прозрачный. Да, мы его не видим, а он есть. Где растет? Да, растет. Вот он может на болоте расти. Угу. Здесь такое, ну, скажем так, сухое болото. Вот видите, голубики столько. Да. Брусника встречается. Сфагнум, мох. Сырость такая. А бывает так, что он растет среди мха прямо в лесу. Вот угу. На крайне болота, на закраинах, он может вообще просто в лесу расти. Но, может быть, просто на сфагнуме чистом, вот как здесь много всяких растений и ягод, а может на чистом сфагнуме расти. Но обязательно сосны присутствуют. Вот угу. Обратите внимание. А? Ну да. Вот здесь тут. Смешанный лес. Тут сосенки стоят. Так, хорошо. Так что вот такой, вот такой гриб. Хоть и называется млечник, но молока млечник. В нем мало. Как сказала молока. Да. Хорошо.
Дорогие друзья, мы надеемся, что наши рассказы помогают вам разобраться в огромном царстве грибов. А мы с благодарностью примем любую вашу помощь. Адрес просветительского проекта «Грибоведы» вы можете найти в наших соцсетях, можете на канале YouTube, на нашем сайте. Дорогие друзья, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, задавайте вопросы. Постараемся на них ответить. Ну а вам желаем всегда полных корзинок. Желаем вам всего доброго. До свидания.